Эксперты Авито Работа проанализировали рынок труда в третьем квартале 2018 года и выяснили, какие профессии оказались самыми востребованными. В список вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и сотрудники автобизнеса. Суммарно на них пришлось почти две трети всех вакансий. Среди соискателей наиболее популярны вакансии в сферах продаж, транспорта и логистики, строительства, производства, а также предложения для работников без опыта и студентов. Это в целом по России, ты говоришь, а в области? У нас примерно такая же картина. Больше всего вакансий для продавцов, водителей, производственников, строителей и занятых в сельском хозяйстве. Лидирует, конечно, сфера продаж. 727 вакансий на сайте Авито.ру. Среди белгородцев, которые ищут работу на Авито, больше всего студентов и соискателей без опыта. Почти 2500 человек или 19% от общего числа резюме на сайте. За ними следуют водители и транспортники, строители, продавцы, производственники и администраторы. Кстати, ранее подобные исследования проводила компания HeadHunter. В тройку самых востребованных профессиональных сфер на рынке труда Белгородской области вошли продажи, производство и рабочий персонал. Причем последние в очевидном дефиците. На 10 вакансий для рабочих приходится только 9 резюме. Предлагаемая средняя зарплата в вакансиях на сайте HeadHunter – 30 тысяч рублей.